двора. Он плач и мат оставлял за скобкой. Соседский гроб возглавил караван. Сосед умел наполнить рюмку с горкой. Собака бешеная с дыркой вместо глаза. Не гавкала, а мстительно скулила. Ее сосед не дострелил, промазал. И не дострелят его, приберет могила. И мы сопливые посмотрим на ту землю, что будет падать на его последний ящик. И мы подумаем, и мысль нас объемлет, что смерть возможна, это что-то настоящее. Что-то настоящее. Что-то настоящее. Что-то настоящее. Смерть возможна, это что-то настоящее. Потом умрут прабабушки, два деда, тети, няня, сторож, тренер, чей-то одноклассник, друзья отца, учитель, кореш по работе. И труп повесится в православный праздник. Да много кто, и папе тоже не напишешь. Как дела, старик, суставы небось ноют. И не ответит он, как на прогулку вышел и отпустила так всегда перед грозою. Что-то настоящее. Что-то настоящее. Что-то настоящее.